Всем привет! Меня зовут Дмитрий Федоров. Я участник проекта «Трансформация». Прошло 5 месяцев после того, как я начал заниматься в фитнес-центре, ну, то есть вообще спортом, в принципе, за последние 10 лет. В «Трансформацию» я пришел в декабре. В декабре я весил 110 килограмм. Прошло 5 месяцев моих занятий, и занятия состояли из двух блоков. То есть до марта месяца, за 3 месяца я похудел на 10 килограмм. И с марта месяца вот, по май занимался на увеличение веса силы. Жим ногами делаю 250 килограмм, становую тягу 120 килограмм, жим от груди 80 килограмм. Сейчас поставил себе цель за лето дойти до 92 килограмм, чтобы я весил, похудеть еще, при этом, чтобы сильно силовые показатели не терялись. Что хочу сказать о трансформации. Во-первых, спасибо организаторам, спасибо тренерам за такой проект. Стал ощущать себя намного здоровее, больше энергии стало. И что хочу пожелать тем, кто еще не занимается спортом. Займитесь спортом, толстяки. Вот так вот. Почему? Потому что это здоровье, это энергия, это радость жизни. И особенно совет тем, кто ходит в дорогие фитнес-клубы и не берет там тренеры. Валите из этих фитнес-клубов, идите в более простой фитнес-клуб, но на сэкономленные деньги наймите себе хорошего тренера, который вам поможет, будет вас пинать вашу толстую задницу, чтобы вы все-таки ходили в тренажерный зал и занимались, а не сочковали. Без тренера это нереально. Ну и как минимум, если нету тренера, то ходите вдвоем, чтобы был всегда помощник, помогал поддерживать штанги, там, веса и так далее. Следите за своим здоровьем. Вот такая рекомендация. Заходите на сайт ВКонтакте «Трансформация», «Набережные Челны». Смотрите за нашими результатами, фотографиями. Мы каждый месяц вывешивали фотографии, как мы худели. Всем привет! Скоро меня станет еще меньше. Уменьшусь еще на 10 килограмм. Все, пока!